Что произошло? Они призвали Флана. Надеюсь, он скоро явится и утихомирит их. Итак. Король, нам было что обсудить в последние дни. Весть об Эогоне разнеслись точно пожар. Люди напуганы. Да и мы чрезвычайно обеспокоены. Знаменитый аббат оказался язычником. Даже среди кормчих церкви нашелся друид. Кто знает, сколько еще у них приспешников. Нужно действовать. Избавить от них наши земли. Учредить суд Святой Церкви. Да как ты смеешь? Эгон действовал в одиночку. Он принадлежал к тайному братству. Или ты это отрицаешь? Вовсе нет. Но теперь ты только и будешь говорить, что о детях Дану. Это сорняк, корни которого вера друидов. Не изведем его, все это может случиться снова. Флан, мне не нравится, на что намекают эти люди. Не слушай их. Смеешь указывать королю? Ты... Трава того же, знаешь, это братство по имени. Быть может, и ты многое скрываешь, как скрывал Эагон. Подлец! Хватит! Заговоришь с ней так снова, тебя съедят крысы. Заживо. Прости меня, мой король. Барт, я ни в чем никого не обвиняю, а хочу лишь объяснить одну важную вещь. Мы не знаем, откуда опять придет беда. И не можем надеяться, что ее не будет. Мы христиане и должны отринуть разногласия и объединиться, чтобы сохранить нашу веру в Ирландии. Флан, нельзя же просто... Твое мнение я знаю, Киара. Кто еще желает высказаться? Я хочу. Совершенно ясно, что против этой угрозы мы готовы выступить сообща. Будем бездействовать. Старые корни пустят новые ростки, и где-нибудь созреет бунт. Но если примемся за дело, учредим суд церкви, то земли наши обретут единство. Это мой народ, Шихфрих! И в нем есть те, кто угрожает всем нам. Действительно ли ты готова встать сейчас на их защиту? Кто-нибудь еще? Тебе предлагают вступить на опасную тропу. И сейчас никто не сможет предсказать, куда она... Промедление только на руку нашим врагам. Государь, все мы считаем, что верный путь тут. Лишь один. Мы учредим суд церкви. Друиды примут нашу веру или будут изгнаны. Ирландия станет полностью христианской землей. Куда ушла Киара? Домой. Это там, дальше, по дороге. На ней лица не было. Киара вне себя. Надо ее успокоить. Киара? Прочь! Оставь меня! Что это? Что ты делаешь? Флан, дурень бесхребетный! О чем он думал? Он увидел возможность объединить королевство и ухватился за нее. К
как любой король. Не защищай его. И не думаю. Но скажи, мог ли он отвергнуть всех этих королей разом? Но ты знаешь Флана. Это решение далось ему непросто. Давай поговорим с ним. Уж ты-то сумеешь убедить его поступить по-твоему. О, да. Хочет он того или нет? Что? Прости. Я не могу позволить нас уничтожить. Эйвор! Ты слышишь меня? Эйвор! Эй, что с тобой? Ты видел Киару? Я думал, она здесь. Эйвор? Думаешь, это Киара? Больше некому. Не знаю, что у нее на уме, но она в гневе. Я виноват. Нужно с ней поговорить. Боюсь, поздно. Предков, возможно, мы не все о нем знаем. Я предвидел, что мое решение ее разгневает. Но думал, что мы сможем договориться. Ты был в непростом положении. Поддержишь одних, предашь других. В таких случаях нужно дать себе время на раздумье, чтобы найти наилучший выход. Я поступил необдуманно, Эйвор. Прислушался к страхам людей, чьей верности так жаждал. Приготовься, мы почти на месте. Киара! Прочь! Уходи! Киара! Решил... Где она? Готовь меч, Флан, и держись рядом. Эйвор, что же нам делать? Драться! Моими людьми? Если хочешь жить, дерись! Назад! Назад! Они не послушают. Киара как-то подчинила их разум. Защищайся! Я должна тебя остановить! Ты встанешь с меня на пути? Я думала, что уж ты-то поймешь! Да, но это слишком! Она права, Киара! За что нами еще не будет! И снова ты лжешь! А! Слава Божью! А!
Будь наготове. Киара, где же ты? Киара! Пам! Поднимем ставки. Обогришь руки кровью короля. Эйвор! Эту силу не укротить, Киара! Она поглотит тебя! Ну и пусть! Во имя всего святого! Хватит, Киара, довольно! Отступись! Ты просто убийца! С пустотой внутри! Все на! При мне! Служишь Бариду? Его сынку? Ты просто пешка! Он мой родич! И ты пойдешь на что угодно, чтобы защитить тех, кому верна! Я такая же! Если нужно убить тебя, чтобы спасти мой народ, то так тому и быть! Добавляйте тебя к их числу. Что ж, не сдавайся, как и я. Живу ради битвы! Опомнись, пока не поздно, Киара! Не стоило тебе в это лезть!
Ты знала, что я не дам погубить друидов. К чему притворялась мне подругой? Это не притворство. Я думала, надеялась, ты будешь лучше, чем Иоганн. Не смей равнять меня с ним! Да? Оглядись вокруг. Ты сделала ровно то, на что надеялись дети Дану. Стала инструментом их замысла. Я всегда им была. Когда умерла мать, я осталась последней, кто мог пробудить камень Фаль. Не думала, что применю этот дар так глупо. Что теперь? С меня довольно. Эгон и дети Дану хотят лишь власти, что дарит камень. А я ключ, который ее высвобождает. Лучше смерть. Убей меня, Эйвор. Вместе со мной погибнет сила Тары. И ничто не будет сбивать мой народ с пути. Наша вера не сгинет. Я спасу ее. Помоги мне. Прошу. Ты ключ к камню. Но источник силы он сам. Так уничтожь его. Кинули этот мир. Они не станут горевать о потере. Иногда нужно жертвовать тем, что мы ценим, чтобы спасти тех, кого любим. Жить не прошлым, а будущим. Мы еще встретимся. Слава Богу. Киара! Я раскаиваюсь. Я подвел и тебя, и истинных друидов Ирландии. И прошу за это прощения. Я дам королям знать, что изменил решение. Ирландия будет такой, как ты хотела. Надеюсь, что так, Флан. Прощай. Прощай, Эйвор. Куда ты пойдешь? Ну что, как ты, Флан? Весь в синяках и шрамах. Но жить буду. Вот гордость моя, пока не знаю. Но я тебя не убила. Возможность была прекрасная. Полагаю, тебя теперь уж точно могу считать другом. Сделай так, чтобы Шихфрих правил долго. И я никогда не стану тебе врагом. Ты говорил с другими королями? Ведь ты поэтому пришел? Да. Суда церкви не будет. Ты помогла мне понять, что Верховный Король в ответе за всех подданных. Мне только жаль, что я сам не понял этого раньше. Ты трудишься во имя общего будущего. Киара была бы довольна. Знаю, что в Англии у тебя много дел, Эйвор. Но можешь возвращаться в Ирландию, когда пожелаешь. До свидания, Флан. До новой встречи. Что сказал бы обо всем этом мой отец?
Барит хотел сделать так, чтобы Дублин твердо стоял на ногах, когда станет твоим. Всего он сделать не успел. Прощай. И да пребудет с тобою хук отца, как и со мной.